что будет проходить какое-то действие, оно будет напрямую транслироваться в интернет. Это может быть и концерт какой-то. Вот видите, здесь вот четыре камеры, они дают даже меня, они дают другого. Мебель оттуда. Мебель Тула. Тула, да, да. Почему их можно управлять? Ну, значит, делать мебель. У нас по-русски мебель получилось в 100 там евро. Ну, это вот у нас, мы считаем, вот мы везде делаем вот такие уголки, для того, чтобы вот их было где-то уровень общения какой-то на перемены, чтобы они сюда пришли, здесь вот машины поставили. Тем, кто они там посидели, там на компьютере поработали. Так и было приятно. Потому что вот то, что вы увидите там, то те кабинеты, которые вы увидите, те рекреации, которые вы увидите, все это для вас. Меня часто задают вопрос, кто будет здесь учиться. Здесь будут учиться все, весь Калужский государственный университет. И историки, и филологи, и химики, и физики, и лингвисты, представители всех 68 направлений подготовки, которые есть в нашем Калужском государственном университете. Поэтому... Добро пожаловать, дорогие друзья! Многие учились в Калужском государственном университете, тогда это был педуниверситет. Но я могу вам точно сказать, что никто из нас даже не мечтал жить в таких общежитиях. Вот в прошлом году одно общежитие вы получили, в этом году еще одно общежитие сейчас поедем открывать. И такой замечательный учебный корпус. Я хотел бы от души вас с этим поздравить. И, конечно же, это забота со стороны государства, прежде всего, ответ на совершенствование учебного процесса, на рост авторитета нашего Калужского университета. Представьте себе, за 4 года удвоилось количество студентов в нашем университете. Максим Анатольевич, спасибо еще раз за это достижение. И если вам надо еще раз удвоить, мы еще будем дополнительно создавать для вас эти условия. Дорогие друзья,